Я как человек, который обслуживал его очень долгое время, я повторяю, его нельзя использовать. Он имеет 80% повреждений. Еще и течь. Вы понимаете, что ремонт нельзя откладывать? Вам может случиться все, что угодно. Я, конечно же, был бы рад принять пассажиров из Карамзина. Но я думаю, вы и сами понимаете, что это очень рискованная операция. Я при всех свидетелях говорю, я снимаю с себя всю ответственность. Что с ними может случиться во время плавания, я не знаю. Но может случиться с ними все, что угодно. Я вам это гарантирую. Десять человек погибли и еще около десятка пострадало в результате взрыва катера около города Сартовала. Катер Андрей Первозванный переправлял туристов с теплохода Николай Карамзин в город, когда посреди пути неожиданно у него взорвался двигатель, после чего судно пошло ко дну. Большинство пассажиров успели спастись, однако 10 человек, к сожалению, погибло. На данный момент выясняются причины трагедии. Задержан молодой техник, который обслуживал катер буквально за сутки до трагедии, а также руководство компании, которой катер принадлежал. Мы будем следить за развитием событий.